Доедем, не доедем до Подольска, не знаю. Почему сейчас должен... Там пустой вагон был, я бы в том уже бы раньше бы вышел и занял себе удобное место. Здесь сейчас я должен с какими-то этими сидеть людьми в вагоне. Выбирать между них и сидеть душку себе. Ой, ехали. 10 минут не ехали. Приехали в назначенный пункт. Пункт назначения. Подольск. Он стоит. Красотка. Ехали мы, ехали, наконец-то приехали. А что такая красивая? Как Мэри Поппинс в таком платье красивом. Целоваться будем, не будем снимать. Света, говорю, что ты сказала, чтобы, а то я скажу. Света говорит, что мужчина говорит, что? Welcome. Туподольск Сити. Сити. Да. Да. Представитель рабочего класса. Представитель рабочего класса. Были одни заводы. Вот Подольск, вот единственный все. Рабочий. Какой? Хоть какой, хоть что. Можно употреблять, можно, блять, можно. Подольск, на моем канале все что угодно можно. Подольск, город рабочего класса. Тебе хочу что сказать? Комплимент. Это единственный город в Московской области, который рабочего класса, потому что все остальное это город-курорт. Какие-то странные город, наукограды какие-то, знаешь, вот, а все остальные безрабочих. Понимаешь, о чем вопрос? Один в Подольске работает, да. Где-то, а вторая половина ездит вот. Да. В МЦД. Так, на ту сторону идем, да? Это, пока сдала вас культурную важную информацию. Ну, какая-то... В театр пойдем? В театр пойдем, ага. Банда была. Молодых людей никак, не помладше. Ага. Вот. МЦД, говорит, построили квартиру, ну, видимо, вот тут. А. Сразу, говорит, не 40%. Мы куда идем? Вот туда, по Екатерине сидит. Квартира сразу на 40%. Кто сидит? Екатерина? Екатерина. Вторая? Единственная. Так первая или вторая Екатерина-то? Ну ладно, и что, типа подорожали квартиры? Квартиры подорожали, да. Ну потому что МЦД сделали. А-а-а. Вот она Москва. Москва теперь стала ближе. Ближе. На час 10 теперь стало ближе. Теперь работать Москву. Подольские работы, заводы закрыли, работать нельзя. Да? Слушай, ну на самом деле МЦД, если это удобно, они ходят каждые 12 минут, да, получается. Да, и... да. И там получается дешево. То есть ты тупо платил, а там у тебя в метро спускаешь, там идет пересадка. Да. И получается, ты проехал и метро там 40. А тут перекрытие такое. Вот ты едешь, да, от Курку. А тут так же будет, без разницы. Да, да. Вот если мы поедем в Кутузовскую, то там будет... Я не помню, по-моему, 64 рубля. Да, просто электричка. Потому что там уже другой как будто. Да. Вот она, Екатерина Великая. А, ну вторая, значит. А что она, почему она сидит? Что она... Вот она сидит, указ пишет. А... О, что? А, тоже, видишь, Екатерина показывает. Указ пишет в городе Подольск. А, то есть... Потому что есть легенда, что она проезжала в своей карете и намочила Подол. Да. После этого стало Подольск. Да, там даже что-то написано, не знаю что. Повелеваем переименовать город экономической силы Подольск. Ну и ж приказ пишет. Экономическая. А уже тогда было экономическое, а не город Наукоград. Понимаешь, город-курорт. Город-курорт, Наукоград. Наукоград, да. Ну ничего, Катя, пусть пишет, молодец, что основала такой город. Да. Хоть единственный город в Московской области, который зарабатывает деньги. А не в Москве. Так, ну что, мы дальше куда пойдем? Идем. Туда. В ту сторону? Вот сюда? А туда-обратно возвращаемся? Нет. Вот олень какой у вас стоит, приехал. Без Деда Мороза, но с подарками. Да? Как он там? Дима, вы олень? Я теперь всегда вспоминаю. Я олень? Я взял кредит, я олень. Артиллерийское училище? Не это, вон то, через дорогу. Желтое здание, сразу очень беру первое желтое здание, которое у меня. А я уже поняла, что ты больше желтое здание. Вот, там мы эти подольские курсанты учились и уходили на фронт.
Да? Вот фильм вышел, «Подольские курсанты». А я не, смотрел. Я вообще русские фильмы редко смотрю. А я тоже его не смотрела. Ну просто реклама везде была. А в Подольске есть троллейбусы, поэтому кто захочет уехать из Москвы, ну, я имею в виду, кто снимает. Не доедут. Я имею в виду то, что Подольск — это один из тех городов, который находится сейчас, два вот этого МЦД, да, на второй ветке. И это уж не такой маленький городишко, здесь и троллейбусы ходят, и то есть как бы это не колхоз. Но все равно, то есть я имею в виду, что вот кто снимает квартиры, может задуматься, например, Подольск, как не в деревню в какую-то глушь заехать, а к тетке в глушь Саратов. Да, тут можно, а... Ну вот, я про это говорю, что все равно Москва, более доступно жилье. Москва, в принципе, рядом, полчаса это целительно. Там где-то дорогу надо перейти. Так можно вот, прямо. Вот это вот желтое здание. Ну. А сейчас там... Колледж, институт. Чего колледж? Колледж. Колледж туризма и сервиса. Ну. Институт. Что, переходим, да? Переходим. Вот, туризма и сервиса, колледж и институт тоже, наверное, того же. Направо идем? Ну, если ты хочешь. Да нет, мы пойдем дальше, мы же гуляем, что ж мы к нему. Кто там? Там что-то типа это, участников локальных войн. Ну пойдем посмотрим. Ну это, ну это получается это, да, вот вечный огонь. Слава, вот вечный огонь, да, здесь, естественно, проходят эти. 9 мая. 9 мая, да. И за ним вот памятник. Ну, кстати, вот, такая, я тебе хочу сказать к слову, вот такой дом мне нравится. Вот видишь, что это вот 12-этажка или 16-ная, да. Чем? Оранжевый. У меня тетя в подобном доме живет, но не в таком, но вот у меня почему-то именно вот эти дома такие ассоциируются именно как-то с теплом и уютом. Ну, может, потому что в подобном доме тетя живет. Но он немножечко другой, но вообще красный кирпич. Мне кажется, он достаточно теплый и уютный сами. Дома, по крайней мере, чем панельные. Вон, дом вообще 1928 года, вот прямо, который стоит в сети. 28-й год. А Андрюшка не здесь учится? Нет. Нет, а Андрюшка на бюджете. Понятно. Мы сюда со студентами походили. Афганистан. Видишь, написано? Да. Ну ладно, вечная слава и вечная покой им. Ну, у нас видео веселое, поэтому ладно, пойдемте дальше. Потом пойдем на площадь 9. Это площадь. Какой митинги 9 мая. Да. Ну и что, как вы отметили Новый год? Вы дома были втроем? Да. Никто к вам не приходил? В тихом семейном кругу. Никто. А как называется? Никого не пустили. А у нас гости были. Вот там одна зрительница смотрит. Да мы сидим, а раз звонок, ну я как бы уже, ну да, как бы в принципе-то спать собрались, потому что время было там, ну наверное, около двух, да, тоже было? Ага. Пораньше чуть-чуть. Ну, в общем, как называется, позвонили, мы, говорит, сейчас придем. Вот, ну и пришли. Соседи? Ну, ну, не соседи, на соседних станциях, так скажем. А-а-а. Вот, и... А? Близко. Ну, близко, да. И, короче, к нам пришли. И мы практически до полшестого сидели. Ну, я уже там, видишь, я же еще прибаливал. Да. И мы до шести, до полшестого сидели. Так. Ой, что вот. Я тоже перед... Внезапно. Елочка, елка, лесной аромат. Напротив, как положено, дворец культуры. А, дворец культуры. Ну, кстати, в смысле, Лепси называется? Да. Ты думаешь, о... Лепси? Может, Лепса? Так же, как улица, как ты сказала? Орех. Орех. Я говорю, что за улица? А это наша, говорит, улица Орех. Но я еще думаю, может быть, то, что... Рев, проспект. А он Рев, она говорит, Рев, проспект. А я, мне послушалось, Орех, проспект. Ну, я как бы понимаю, что это что-то логично, что-то сокращенное. Думаю, может быть, какой-то там фамилия Орехова, там, да. Да. Да не нагадят. Нагадят, так деньгам. Вот. А потом это, кажется, революционный проспект? Революционный проспект. Поэтому вот здесь тоже дом культуры Лепсе. Ну, может быть, тогда улица Ревы, а это дом культуры Лепса. Ну, как бы вот я к тому, что в Подольске, может быть, так вот все
Репсы и Реввы, и вся наша вот эта шобла-ёбла из этого шоу-бизнеса покупают квартиры в Подольске и в Майами. Понимаете? Вот. А Подольске, ну это как бы раньше, в Подольске сейчас типа не типа, а Новый Москва. А что, уже объединили, что ли? Новую Москву-то у нас пол, там, ну у нас, у них, по Подольск оттяпали Новую Москву. Раньше было глухомань, куда хрен уедешь. А сейчас это Новая Москва. А что, она сюда уходит, Новая Москва? Да, что, да? Она вот так вот. Ну да, да. Отхреначила, да. Подольск. Я просто немножко, у меня топографический кретинизм, я не мог как бы скоординироваться она по карте. Она там вниз как-то вот так. Так, куда нам надо. А, ты Макдональдс, что ли? Пошли вот там. Не завтракали, не обедали, хотели сесть по роллу. Без соуса. И там в Новой Москве вот живет это, как она, блин. А невестка? Лучения Луисия, где-то. Помпелла Карла из этих, что ли? Из Comedy Woman? Да, она была в команде КВН. Пятигорск. Луиса Эмберга, Карла Пазолини. Ну вот это, да-да-да. Папу не бросил пить. Папа не бросил курить, и тебя не бросит. Да, все. Это классика жанра их команды. Да. Как и вся, в принципе, шутки ТНТ. Сейчас мы с вами пройдем немножко вперед, там будет... Говори, у меня просто рука замерзла. Говори, так рука... Смотри, иди сюда. Смотри, видишь, какая у меня рука? Я просто переключаю камеру для того, чтобы мне можно было дальше снимать. А перчатки что, нет? Ну, неудобно. Что дальше, маршрутки? Маршрутки. Вот эти опять. Встретить. Память подольской маршрутки. Так памятник кому будет? Кому-кому. Только одному. Саше Реве. Так это... Санта Мария учили. Да. А, я почему знаю, что она там живет? А, когда работала Снегурочка, у нас там был заказ. И у нас что-то где-то был в городе заказ, потом был большой промежуток. Я с Дедом Морозом договорилась, что мы встретимся с ним там. На остановке. Нет, ну как бы у дома. Мне надо было подарок или забрать подарок. В общем, ну как бы это. Так ты с фигурочкой пришла с подарком? Нет, мы это переодевались. Зашла в продуктовый магазин, а там это Карра Карева в молочке стоит. Карра Карела. Карра Карела. В общем, я приехала на заказ, жду Деда Мороза. Стою на улице, жду. Смотрю, идет. Но она в шапке была. Я заподозрила, что это она, но она в шапке была. Как-то бы я ее признала. Вот, а потом я у кого-то спросила. Мне сказали, что да-да-да-да. Она здесь живет, да? Если это все получилось. Так вот. Если мы пройдем памятнику подольской машинки Зингер. У нас же тут был завод, делали Зингер и машинку подольская, она так и называется. Да? До сих пор дома у нас. Это твоя мама уже, знаете, я такой правда не знаю. Ну, может, просто не обращал внимания, что написано подольск. Я тоже просто как-то разговаривали, потому что я домой приехал с приправой, написано там подольск. Вот. Их сделали. Это вот эти, которые тонну весят? Это которые тонну весят, такие тяжелые, да, ручные? Да, вот эти большие, резные, чугунные, красивые. Да, но у нас такая, которая, да, просто подольск, но маленькая, ручным приводом. И тут памятник есть, типа, машинка, как же там, шьет историю города. Там такое полотно, как бы, и на ней какие-то там штучки. В общем, из Курсова Светлана. Forever. 864, 12, 15, 322. Записывайте все мероприятия, новогодние, Новый год, Снегурочка, Дед Мороз, корпоративы, проведение детских мероприятий и экскурсии по Подольску. Вот, пожалуйста, Светлана Петровна, обращайтесь. Так, я отключусь, потому что руки реально замерзли. Вот завод Зингер. Светская, да, Светская 7. Здесь? Главный дом. Кого приступили? Присутственных мест в Подольске. Короче, Кровеческий музей. А это Зингер есть? Да. А почему Зингер, а не Подольск? Ну потому что Зингер, вот они, красавицы. Ну такие красавицы жили, такие красивые парни. И сейчас такие красавицы живут в Подольске.
Ну, пойдем посмотрим, да. Лукашенко, вот у них. А что-то Олимпиада здесь, смотри. А тут, вот нам вот Макдональдс, и там вот до сих пор кольца стоят, там вот даже фотография есть. Ну-ка, здесь проносили огонь, прям праздник. 80-го года? Да. И я не знаю, правда нет, но как бы ходят слухи, говорят, что вот этот огонь олимпийский, подольский даже ночевал. Да ты что? Ночевал, да. Ну, я прошел, видел, да, что там где-то олимпийские эти. Да, там вот есть кольца, где Макдональдс. А, да, вот тут вот 80-й год. Прям большой праздник. Симферопольское шоссе. И автобусы такие тоже помню. И женщин таких помню. В таких платьях. О, здесь уже. Вот кто-то, видите, как отпраздновал. И так и оставил здесь. Климовск. А почему Климовск? А потому что объединили Климовск. Подольск? Прошла, короче, сейчас как модно говорить, агломерация. Я даже не знала, что вот такой памятник, как да, прикольно. Я люблю вот такие, кстати, памятники. Больше, чем вот такие. Я, конечно, понимаю, что это связано все там с 9 мая и так далее и тому подобное. Но вот эти более современные, да, всякие памятники, открытые мышки, там, наружки или там мухи-цокотухи, они как-то у меня больше катарсис во мне возник в этом... Как это слово? Возбуждают катарсис больше. Вот, смотрите. Вот, у нас вот такая, да, вот. Сборка швейных машинок на конвейерном заводе ПМЗ. 50-е годы. Чайка. А видишь, была... Так она все-таки Чайка называлась? Или их просто несколько было? Видимо, несколько. У нас написано Подольск. Понятно. Ну, пойдем посмотрим вот эту саму машиночку. А, вот такая, это они, это я... Зингер. А, это Зингер, да, Зингер. Зингер. Ножная, получается, не ручная, а ножная. Да. А у нас дома стояла тяжелая, но ручная. То есть у некоторых они такие, знаешь, как бы типа как в коробе стояли, они так еще доставались оттуда, как из так выворачивались. И открывался так шкафчик, и там вот эта вот педалька была. Да. Вон, видишь, вон, клиник. Ага. Вон этот Олимпиада 80. И... Дома, троллейбусы, заводы, пароводы, пароходы. А вот у нас вот там было это училище подольских курсантов. А еще у нас есть памятник подольским курсантам. Вон вот так вот выглядит. Ага. Но он далеко, мы туда не пойдем. Ну да. Стоимость не входит. Да. А вот в обзорную экскурсию по Подольску это не входит. Дополнительная оплата. Вечерний Подольск. Экскурсия входит в вечерний Подольск. Какой вечерний-то? Вечерний тоже не входит. Ну, я просто как в Питер приезжаешь, когда на теплоходе раньше было. Обзорная экскурсия, это туда не входит. А в какой входит? Ну, вот, например, ночной Петербург. А экскурсия уже стоит не 500 рублей, а уже 2800. Поэтому туда войдет. Да. Вот турагентство. Смотрите, товарищи, голодные. Да. А, идем, идем. Да, иду. Вот Олимпиада, Олимпиада. А вот этот дом, смотри, я его называю дом кукуруза. Точно, похож. Особенно, ну тут плохо видно, если вот с той стороны едешь, он такой початок, я его называю дом кукуруза. Я его сразу так назвала, как только приехала. А и там речка, да, внизу? А там, да, вот там вот внизу. Там Пихорка. И горка, да. Красная, черная и горка. Пихра, по-моему. А? Пихра. Пихра? Пахра, да. Пахра. Пахра. Мы со студентом ее убираем. Пойдемте к этому кольцам подойдем. Я это. Да, сниму. Красивые кольца. Ну уж к речке не пойдем, холодно. Уже руки вон все фиолетово-красные. Мы сейчас сфотографируемся около этого. Потому что в Москве так я такого не вижу. Может, оно где-то стоит на территории Лужников, но на территории Москвы я нигде этого не видел. Это логотипа московского, Московской Олимпиады 80. О, видите? А нужно обязательно сфоткаться здесь. Зашли в Мак кофе попить. Садись давай. Садись, сейчас мы пересядем. Досталась опять цифра 13. Свет на. Неси.
5 цифра 13. 5 скажете то, что я все подделываю. Нет, цифра 13. Потому что номер кофе цифра 13. То есть людей вообще никого не было, просто на площади стояла телевизор. Телевизор. Свете, куда идем? Куда мужчины паркуются? Они как это, они неоновые. Они вечером светятся. Один розовенький, по-моему, второй голубой. Ага. И прикольно, что на я иду, думал, что это только в одном месте. А сейчас иду вот совершенно по другой улице, заметил фишечку такую, что ты нас здесь встретила около этого вокзала. У вас на мусорках написано «Спасибо за чистоту». Да? Ну вот. Спасибо, я тоже не в курсе была. Спасибо. Вот выставочный зал. Сейчас я сижу. Ты здесь сюда ходишь, да? Да. Вот к Свете можете обратиться, она на коклюшках вяжет эти. 8-954. Ну, говори. 12-15. Ага. Какой я там в предыдущий раз? Ну ладно, короче, если что, ссылочку. А ты что-то продаешь уже или нет? А она еще занимается крак-букинг. Как? Скраб-букинг. Вот, видишь, написано «Спасибо за чистоту». Вот, видишь, написано «Скраб-букинг». Короче, скраб-букинг. Это всякие штучки такие, из своей, своими руками сделаны, альбомы различные и все остальное. Какие альбомы, вот, открытки. Я-то там ломаные открытки делаю скраб-букингом. Ой, я вот не люблю. А у тебя... Мне так и не пришла, я прямо так жду. Да? Я прямо так все еще надеюсь и верю. А, значит, многим не пришло. Причем вообще отправили давно, я Паше говорю, давай, давай, говорю, отправим раньше. Он говорит, да нет, нет, придет, придет, короче. Ты когда спросил, а я такой... А я думаю, я тебя спросил, ты даже не а ты даже не ответила. Нет, потому что надо был ящик закинуть, и я дома. Саша пришел с работы, слушай, ты давно в ящик смотрел? Он пошел, специально посмотрел, потом каждый день туда, Ну, может, сейчас они с 11-го почтальоны нормально заработают, ну, не я знаю. Я не знаю, но я прямо жду и верю, потому что ты рассказываешь, ты там прямо что-то колдовал. Ну. Когда в прошлом году она пришла, там наколдованно, я прям балдела, обумлела. В общем, Света только более профессионально занимается скраб-букингом и вяжет на коклюшках, поэтому можете... Плетут на коклюшках. Ну, я же вяжу, ну, так же, как и рисую картины. Понимаешь, не пишу, а вяжу. Писарчук. Да, Писарчук. Поэтому, ну, а у тебя есть что продавать, или ты еще просто так любительски занимаешься, или ты продаешь что-то? Ну, скраб-букинг, на коклюшках, а вот то, что ты плетешь. Сделали, ну, короче, я оставлю ссылку в описании под видео, и кто захочет что-то заказать ручной работы, у Светы на страничке ВКонтакте есть и коклюшки, и эти, ну, и поделки, которые делаются... Ну, я не знаю, как они правильно называются. Резьба по дереву тоже. Смотрите, это, кто хочет увидеть, как Света режет по дереву, потом заходите. И точно, да? Да. Вот он, рынок-то, да? Вот он, рынок-то, где мы бываем. Да? Вот здесь вот эти магазины, вот Билайн и все остальное, что мы раньше проверяли. Да, и вот здесь вот эта улица. Ну, это же памятник. Ну? Вон, видишь, написано наверху Среднерусский университет на технологии, но... А и буковками информационных технологий. Но? Вот это был институт, где я работала. А, вот тот вот, да. Вот тут. Вот тут, а вот там вот, где рядом высотка Зингерплаза написана, да. Там у меня офис, где вот я в металлет музыку. Я из окна видела двор института, смотрела. Я как-то раз приезжал, тебе сказал, что мы стоим здесь. Ты говоришь, я здесь рядом сижу. Я почему-то думал, что где-то вот там тоже что-то сидишь. Там сижу. Ну вот, нашли же Свет, где нашли мы. Вот. Все, нашли, я обычно вот здесь где-то парковался. Да. Тут есть мясокомбинат какой-то и все остальное. Да, ремит. Пиццерия. Вкусный ремит. Советую. Наличие пиццеряса. Да. Перекресток. Кстати, перекресток, я не помню, он, значит, недавно здесь открылся, его здесь он не было. Он был раньше где-то вот тут. И вот знаешь, заходишь в этот магазин перекресток, и там сразу воняет тухляком. Тухлятина. Это такой здоровый магазин, такой должен быть приличный. Потому что только единственный магазин Пятерочка выручает Света, понимаешь? А все остальное пахнет тухляком. Садили. Вот Света сделала снеговичков. Они у тебя светятся, да? Нет. А у меня почему-то было по фотографии видно, что они у тебя как будто светятся. Ну, знаешь...
Летом у него здесь цветы, а зимой снеговики. Колосятся. Колосятся. Тут девочка, а там мальчик. Почему девочка и мальчик? Ну маленькие, типа девочка, типа девочка маленькая, видишь, она замечательная, а там мальчик. А, это ты про маленьких говоришь, я понял. А из чего сделано? Пенопластовые шнурки. Самое главное, что за столько времени никто ж не пробрался и не стащил. Так мы, знаешь, как переживали, что начнут здесь под окна, я не видишь, низко. Не только срывать снеговиков, но еще и заглядывать, что вы там делаете. Ну да. А мы их, чтобы поставить, уже земля застыла. Сверлом сверлили этим дрелью. Ну, этим как шуруповер, типа. То есть, и его поставили, он, видимо, там стыл, потому что одна девочка кривость хотели поправить, а она уже не поворачивается, пристыла. Да. Так, ну пойдемте салат есть, Прагу. Прагу. Или как он там называется? Пражский. 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 Нет, Прагу. А балкон у тебя сюда выходит или на ту сторону? Нет, вот туда, на красный. А, все, понял. Но... Салат Прага или как? Пражский. И вот крабовый мы еще делали. И вот травка. И елочка. И Паша. С люстрой. Потом расскажу, из чего. Пока ходили, гуляли, прорался и сразу связки. Ке-ке-ке-ке. Не-не-не. Чё? Да-да-да. И Сёмушка. Может, форелька. А? Может, форелька. Может, форелька, мне кажется, Сёмушка. И ёлочка. И томатный сок себе купил. Кстати, ни разу не пробовал такой томатный сок. Маркет в Перекрестке. Ну, тоже ничего нет такого. Написано, что сок томатный, соль. Все, больше ничего нет. Ой. И будет эта штука, я забыл, как она называется. Вот, макать туда. Шоколад или мясо. Бульон. Как эта фигня называется? Я забыл. Я не знаю. Я тоже забыл. Ну, тут свечка поджигается, и тут ставится, или с шоколадом топятся, фрукты макаются, или мясо фондюшница. Рядом. Фондюшница, да, фондюшница. И салат. Пражский. Потом расскажу, что там внутри. Паша, видите, как маску носит? Вот так. Как клюв. Все, ребята, уехали от Цветы, посидели там немножко. Ой, рюкзак не могу одеть. И сейчас идем на электричку, 48 минут должна быть электричка, 18:48. Я говорю, Паша, не успеем. Он говорит, успеем. Еще говорит, покурю. А мне нужно быть заранее всегда на платформе, чтобы не переживать. В общем, побыли нормально. Объелись, да, ну я просто к тому, что объелись вообще и рыбы красной, и салатов, и сыра, как это называется, забыл, тарталетки, нет, как это, фондю с сыром, да, с овощами, с мясом, и коньяка вкусного попили, 8-летнего армянского, ну, в общем, все вдоволь, все сытые, наевшиеся, сейчас час дороги обратно в Москву. В общем, я понимаю, что такие друзья, с которыми ты редко встречаешься, но тебя встречают как настоящего человека, гостеприимно, таких людей не так много. Поэтому желаю вам, чтобы в новом году у вас было побольше таких друзей, которые будут вас ждать с нетерпением, накрывать такие шикарные столы, как Света и ее семья. Вот, поэтому мы сейчас в Электрон. Всем хорошего вечера. С наступившим Новым годом, с наступающим Сочельником, завтра Сочельник, с наступающим Рождеством Христовым, ну и с остальными праздниками, Старый Новый год, и что там еще, Крещение впереди. В общем, мы побежали обратно на вот эту станцию с
садиться в поезд. Все, пока.